Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 5 марта, и посевная у нас в разгаре. Вот очередной выпуск «Ответы на вопросы», потому что вопросов очень-очень много приходит. Ну, конечно, большинство вопросов от новичков, и что грустно, что одни и те же ответы, на которые уже и снято видео и в этом году, и в прошлом году, и все равно спрашивают, есть ли дырки, как вы поливаете, ну все это есть, но сейчас я еще раз пройдусь и отвечу на те вопросы, которые считаю самыми актуальными сейчас, в данный момент. Ну не может человек посмотреть, например, там есть ли дырки в предыдущих видео. Так, сейчас пойдем. Я, короче, начну с самых свежих, которые вот 40 минут назад пришли, и будем назад отодвигаться, углубляться. Сразу скажу, что из-за ограничения во времени, конечно, я не могу читать все комментарии, не могу отвечать на все вопросы, но вот сколько смогу, за 30-40 минут все пройдем. Вот про марганцовку все еще отголоски того видео. Тут люди некоторые написали, что не только поливают, но и опрыскивание делают раствором марганцовки. И вот Надежда спрашивает, прямо по перцам брызгаете марганцовкой или под корень? Ну вот я опрыскивание марганцовкой очень редко делаю, но знаю, что многие практикуют люди. Я просто делаю полив слабым раствором марганцовки. Но я знаю, слышала, что некоторые делают этим же раствором и опрыскивание. Но опрыскивание мы делаем, конечно, чаще всего из-за того, что у нас очень высокая сухость вот в помещении. Ну или как еще выразиться, низкая влажность. Я тут раз в предыдущем запуталась, низкая влажность, высокая сухость. Короче, им очень сухо, им нужно побольше влажности. Из-за этого люди перцы очень часто делают опрыскивание по листу. Так, а вот, это же Надежда спрашивает про кассеты, видео прошлогоднее, она спрашивает, что когда в кассеты накладываешь землю, немного нужно ее уплотнять или нет? Я сегодня, пишет, она заполняла кассеты, если бы я чуть-чуть не утрамбовала, при поливе уменьшилось бы вдвое. Конечно, при заполнении кассет есть, я как-то показывала, по-моему, год-два назад, есть определенная своя процедура. Я сначала наполняю их до верха, просто как навалом, потом уплотняю этот грунт, который я уже насыпала, и получается всего пол кассеты. Потом еще раз насыпаю и еще раз уплотняю. Если просто насыпать навалом и высадить, и полить, то земля, она, конечно, уменьшится, она же пушистая, тем более там кассета маленькая, совсем надо немножко уплотнять. И вот очень странные комментарии, мне прям интересно. Вот я нынче рассказывала о пикировке. Сначала сняла о пикировке томатов теоретическое, где сказала, какие ошибки вы можете повторить, и сказала, что в следующем видео буду показывать, как я пикирую. И рассказала прямо на практике, показала, как я пикирую. Но вот Светлана пишет, болтаешь одно и то же, послушай себя, где практика? Но мне вот интересно, я могу ответить Светлане Лифарь только одно. Если уж на моем канале вы не видите практики, ну тут у меня вывод один. У вас, наверное, как-то глазки не так вставлены, не в ту сторону смотрят. Уж у меня-то одна практика. Я даже сама сейчас редко в кадре показываю, чтобы именно вот эту макросъемку, именно про корешки, про пикировку, про дырочки, все-все-все подробно. Или вы не хотите. Но описать автору, который столько практических видеороликов снимает, болтаешь одно и то же, послушай себя, где практика, это очень странное. Странная Светлана Лифер посетила сегодня наш канал. Так. А другой человек тут эти же видеоролики смотрит и пишет, спасибо большое, очень интересно было узнать от А до Я. Я-то уж действительно рассказываю все подробно. Вот Людмила Маркова все правильно увидела и все поняла. Это, мне кажется, просто люди, восприятие людей разное. Информацию воспринимает. Кто-то обучаемый и впитывает как губка, а кто-то смотрит поверхностно и ничего понять не может. Вот Любовь Сарвалиева пишет. Спасибо, очень интересно. Ну, я так кратко, мне 56 лет, был перерыв в огороде, опять вернулась к огороду. Опыта, конечно, такого нет, но правильно вы сказали, от любви к земле растениям, урожай у меня хороший, всех угощаю. Это неотъемлемый наш ингредиент вот такой огородной жизни, конечно, любовь к растениям. Вот вчера про карлика я рассказывала, когда сеять монгольского карлика, очень много отзывов.
Кто-то посеял раньше, кто-то посеял позже, кому-то он в прошлом году понравился, кому-то нет. Вот Кристина из Латвии пишет, сегодня делала пикировку уже, спасибо за семена. Подсчитывают, как всходят семена, всхожесть 100%, это по томатам. Ну, не всем так повезло, некоторые пишут, у кого-то не взошли, у кого-то частично, у кого-то как щетка 100%. Но я всхожесть даже не буду объяснять, потому что я говорю, что это зависит же не только от семян, и от грунта, и от наших ручек золотых, и от предпосевной обработки, и от поливов, и от увлажненности грунта. Этот список можно продолжать вечно. Если всхожесть 100%, ну, значит, вы все сделали правильно, я рада за вас. Если семена взошли плохо, вот Ирина Белова, по-моему, пишет мне, она сначала, у нее вроде грунт был немножко суховатый, плохо взошли, потом с шапками они все вылезли, вот, ну, что-то у нее не получается. Мне, конечно, очень жаль, вот когда читаешь такие комментарии, хочется человеку помочь, но заочно я никогда не могу вам сказать, ну, не смогу вам объяснить, почему у вас взошли не все семена. Так. Вот опять Ната спрашивает, один и тот же вопрос каждый день приходит от кого-то. После посева покрываете ящики или ящики пленкой? Покрываю обязательно. И во время каждого посева я об этом говорю. И для того, чтобы узнать вот такие мелочи, вам достаточно просто. Зайдите на канал, пролистайте предыдущие видео. Я уже сеяла весь февраль и показывала и про томаты, и про перцы. В прошлом году пленкой закрываю обязательно. Для того, чтобы верхний слой грунта не подсыхал. Чтобы семена продолжали лежать в увлажненной земле. Чтобы всхожесть была хорошая, потому что если не закрыть пленкой, может как раз пересохнуть тот слой грунта, где лежит ваше семечко, и вы не дождетесь. Это еще, кстати, одна тоже из ошибок. Кто не прикрывает грунт, очень долго ждут, а потом оказывается, что они лежат в сухом вот в этом верхнем слое. Вот Татьяна Большакова пишет, я даже отметила специально, что нужно ей отвечать. Достался огород, заросший сорняками, не хватило сил, участок 3/5, короче, очистить от сорняков не успели. Если я его перекопаю, сделаю лунки, удобрю, накрою черным укрывным материалом, высажу помидоры, как вы думаете, сорняки не помешают? Вот эта вот черная агроткань, она еще называется ткань мульча. Она, конечно, вам поможет, и будут помидорки расти нормально, развиваться. Трава сквозь нее не вырастет, потому что она черная, им не хватает света. Они очень хорошо все взойдут, но они там погибнут. И если вы потом заглянете, они там прям светло-зеленые, вот это будут всходы, прям белые почти, и они там умрут. Вот этим способом пользуюсь уже нынче будет у меня 3-й год. Мне очень понравилось. Особенно, вот видите, кстати, монгольские карлики, где расцвели, зацвели в рассаде, видите, тоже лежит на ткани мульчи. Особенно те места, где мы хотим обойтись дежурным уходом, почти вот таким, что посадил и забыл. У меня вот 3 места в огороде затянуто вот этой черной агротканью, тканью мульчой. Очень помогает. Ни одной прополки за год я не делала в этих местах. Вот смотрите, Наталья Горохова пишет. После вчерашнего ролика, когда я рассказала, что я буду сеять крупноплодные высокорослые в начале марта, потом в середине среднеспелые, в конце марта буду сеять эти... Ну, вот эти всякие скороспелые, низкорослые, она пишет, хотела сеять скороспелые томаты для открытого грунта, теперь подожду до 20 марта. Но вы подождите, это не значит, если я вот свой график так озвучила, это не значит, что все должны делать так. Я вот ей ответила, если есть возможность высадить пораньше эти вот скороспелые и, может быть, прикрыть чем-то, то можно и сейчас посеять, смотря для каких целей вы будете их выращивать. Если вы хотите именно их для получения раннего урожая, их можно посеять и в начале марта. Просто вы рассаду чуть дольше будете выращивать вот в этих, ну, в стаканчиках или где там, в лоточках. И можно ее потом чуть раньше высадить. Это у каждого индивидуально. Не обязательно график у всех должен быть одинаковый. Так, сейчас придется сделать перерыв. У меня батарейка садится. Сейчас заряжу и дальше пойдем. Вот хороший отзыв пришел к видео. Урожайная лапа не выдерживает тяжести. Вот томат, правда... Ой, медвежья лапа не выдерживает тяжести урожая. И вот пишут, что по 600, аж 800 грамм был заполнен кистями снизу доверху. Мне тоже медвежья лапа понравился сорт. А вот Людмила Лисовец пишет, а я уже распикировала монгольского карлика. Кто-то уже успел его посеять и распикировать.
Ну, это тот, кто хочет его для раннего урожая получить, да? Ну, вот. Слава Малюгин пишет, я не поняла. Любопытно спросить, а чем еще должен заниматься томат в рассадный период при ласковом хозяине? Жировать, это от него и требуется, а потомстве он подумает в отведенное природой время. Так что радуйтесь пока. Ладно, радуемся. Вот Вика Гольцегер пишет о том, где хороший ассортимент семян, но это в Москве. Мы от Москвы далеко, нас это не касается. Вот Саша Иванов то же самое, как вот предыдущие о пикировке томатов, пишет. Лучше бы показали один раз, чем одно и то же говорить. Так я и показала, но если вы не можете, не способны найти какой-то для себя видеоролик, это не значит ничего. Не знаю я даже, как людям объяснять, когда снимаю ролик, специально говорю, вот сейчас я все расскажу, а потом будет короткое видео, я покажу, как я это делаю, все. Ну, это... Я уже поняла, что это не мои проблемы, хоть как снимай. Уже снимаю в двух форматах, одно длинное, подробное, другое короткое, про эту же тему. И тут же пришел комментарий. Вы повторились в предыдущем видео, это было. Прослушивайте свои видеоролики перед тем, как выложить. Так я повторилась, потому что я делала одну и ту же процедуру, рассказывала об одном и том же, просто один подробный удлиненный вариант, а другой короткий. Ну, короче, на всех не угодишь. Есть люди, вот совершенно не воспринимающие правильную информацию, не знаю. Вот Галина Корнейко пишет, я свою рассаду уже вынесла днем 23-25. Это такая жара уже где-то есть. Ой, я прямо завидую. Вот Татьяна пишет. Посылай их куда подальше, откуда автобусы не ходят. Вот Евгений Тимошенко написал. Как вырастить арбузы в Сибири. Я в прошлом году снимала, все объясняла, пишет. Только реклама. Но я не пойму, где люди видят рекламу. Я вообще ничего не рекламирую. Я ему отвечаю, что глупости пишете. Я семена арбузов не продаю. Я ничего не рекламирую. Никакие фирмы семенные, ничего. Я просто рассказываю о растениях. А вот Татьяна Гончарова про монгольского карлика пишет, что в прошлом году первый раз заболел, не буду больше сеять. И ей тут возражают, что делайте ему крышу в дождливое холодное время. Так... Тут зазывают на свой канал, приглашают. Я, если человек приглашает на свой канал, если без ссылки, я его не удаляю. Кто хочет, можете зайти вот на тот канал, куда вас зовут, где-то, а у Саши огород. Но если бы здесь была ссылка, объясняю еще раз, если бы была ссылка вот такая синяя, я бы ее удалила, потому что некоторые ставят ссылки, пишут, заходите, посмотрите на овощи, а ссылка совсем на другое. Я все ссылки синие, живые, вот такие активные, удаляю. Всходит очень туго. Это нужно учесть тем, кто планирует их посеять. Это про монгольского карлика. А у меня взошел быстро, пишут другие. Еще раз, это доказывает о том, что сколько людей, столько и мнений. И все это индивидуально, и у каждого своя ситуация, отличная от других. Так. Чем обрабатываете перед посевом? Еще один вопрос. Хотя я в каждом видео говорю, что я сею сейчас уже несколько лет сухими семенами. Предпосевной обработки как таковой у меня нет. Лариса спрашивает, чем спичку смачиваете при посадке? Но обычно в начале посева я ее смачиваю просто водичкой, а потом правильно пишет Марина Филиппова, что земля мокрая, сначала в землю, потом по семечке. Вот она пишет, у меня так получается. И в результате весь процесс происходит так, да, водой сначала смачиваю, а потом эта семечка, она уже влажная от грунта, и семена подцепляются прекрасно. Очень быстрый и удобный способ. Вот тут нам... Человек, разбирающийся в астрологии, решил подсказать, что в марте оптимален посев 27-28 марта в конце, когда Луна в плодородном знаке. Ну, кому интересно, прочитают. Спрашивают, то ли бороздки проливаешь, как всегда, привикуром. Да, теперь я бороздки проливаю привикуром, и это меня избавляет от предпосевной обработки семян и от предпосевной обработки грунта. Вот Елена спрашивает... Высаживают все помидоры в открытый грунт 13 июня, когда сеять. Но если по правилам,
ну, как один стандарт есть, примерный такой, ориентировочный, как трафарет. Это 60 дней до посева и 10 дней на всхожесть. Я вот пишу, что за 70 дней, значит, у вас получается 3 апреля, это если по правилам, если высаживать рассаду в возрасте 60 дней. Но я хочу заметить, что если 3 апреля посеять высокорослые, индетерминантные, крупноплодные томаты, то у нас в сибирском регионе они не вызреют на кустах. Придется их есть зелененькими. Поэтому мы подстраиваемся, кто как может. Кто-то рано сеет, раньше высаживает, кто-то дольше держит дома. У каждого свой выход из этого положения. Вот Наталья Чернявская спрашивает, от нее очень много вопросов. Убив томатов, сколько кистей оставлять? А на кисте сколько цветов? Демидов можно часто, то есть густо высаживать. Все это есть в моих видеороликах. Я не могу в формате вот этих ответов на вопросы все это рассказывать, особенно про кисти. Есть как формировать кисти. И вы спрашиваете, сколько убив томатов оставлять кистей. Это зависит от того, где вы их выращиваете, на улице или в теплице, в каком регионе. У нас в сибирском регионе на улице больше 5 кистей не оставляем, но в теплице можно оставить и 7. А на кисте сколько цветов? Вы цветы не удаляете, удаляем только уже готовую зависть в размере сливы, ой, вишни, в размере вишни, потому что если поотщипываете цветы, оставите 3 цветка, а вдруг он не опылится и будет пустоцвет, осыпется, и вы останетесь вообще без томатов. Это нужно смотреть подробные видео летние. Я еще раз говорю, в формате этого видео я не могу все такие подробности, это же очень такие огромные пласты, обширные темы. Демидов можно густо высаживать, да, уж про это-то я в каждом втором видео говорю, особенно первые 2 года, все уже темы эти обмусолены. Юлия Зимина спрашивает, где вы выращиваете монгольский карлик, в теплице или в открытом грунте? Я ей отвечаю, в прошлом году для пробы выращивала везде, и в теплице, и в открытом грунте, и в ведрах, как типа огород на балконе, попробовать, растет он или нет. Он везде приспосабливается к любым условиям, вызрел и в теплице, конечно, в первую очередь. Он даже самый первый в теплице поспел, в числе первых. И на улице, и в ведре прекрасно вырос. В ведре, кстати, тоже растет хорошо. 2 монгольских карлика в одно ведро и прекрасная жизнь. Он вот так, как... Ой, не буду, ладно, углубляться. Есть видео специально на эту тему. То есть сейчас начну про монгольского карлика рассказывать, остальные не успею прочитать. Вот спрашивают, особенно если из Белоруссии, пишут, ваши семена примчались в Белоруссию за 8 дней. Подскажите, пожалуйста, как быть? Хочу посеять помидорки, уж теперь, но у свекрови юбилей 20 марта, живем далеко, поэтому поедем на 3 дня. Ваше мнение, сеять теперь или однозначно после приезда? Вот смотрите, отсутствие на 3 дня, ваша рассада, если она уже взойдет, переживет прекрасно. Полить перед поездкой, уехать на 3 дня. Через 3 дня приедете, грунт не успеет высохнуть, она не успеет перерасти, с ней ничего не успеет произойти. Так что мой ответ, вы можете и до поездки посеять, ничего страшного. Можете посеять и после поездки. Но после поездки, если после 20 марта, не будет ли для Беларуси это поздно, я не знаю, никогда не жила в Беларуси, не сеяла томаты, не выращивала. Поэтому я не знаю, когда вы сеете. Мне кажется, вы должны до поездки сеять. У вас же теплее, чем у нас. Вот Ирина Лебедева такое категоричное мнение высказала, что поливать любую рассаду томатов надо раз в неделю, обильно, и все. Роль не играет, какая она. Но вот я тут с вами совершенно не согласна, что роль не играет, какая она. Вот у меня в 200-граммовых стаканчиках маленькая рассада, которую я недавно распикировала, которая совсем крошечная, я поливаю раз в неделю. А вот эта большая, у которой уже 5 листьев, 6 листьев, за 3 дня грунт пересыхает. Так что, если вы высказываете вот такие вот мнения, лучше уж тут добавлять, что я делаю так. А как другие делают, вы же не можете сказать. А если еще жарко в помещении, вот как у нас тепло очень дома, то рассада в 200-граммовом стаканчике, которая взрослая и стоит на жаре, раз в неделю ей не хватит полива. Это я уже по собственному опыту знаю. И раз у меня
режим полива с вашим расходится, значит, вы не можете утверждать со стопроцентной уверенностью, что томаты надо поливать раз в неделю, и роль не играет, какая она. Вот у меня играет, у меня большие томаты потребляют больше влаги, у них еще, ну, ясно, больше испарения в листьев, листовые пластины больше. Это логически, вот так, если подумать, так и должно быть. Я не знаю, почему у вас не играет роли. Ну, может, вы просто раз в неделю поливаете и не присматриваетесь потом к ней. Так, размеры лотков, где покупали. Про лотки есть специальный видеоролик, в прошлой осенью снято. Я все размеры там указывала. Покупала в Бийске, делает бийское предприятие. Тоже уже много-много раз про это говорила. Уже раз пять. Тоже посеяла монгольского карлика. Где можно выписать семена монгольского карлика? Ну, он в каждом интернет-магазине есть. И есть в простых магазинах. Вот вопрос очень интересный. Татьяна Есина. В открытый грунт высаживаете когда? Я в открытый грунт высаживаю так же, как и сею, в несколько ступеней. Начинаю я в мае, которые потом... Ну, еще, знаете, еще зависит от погоды. Начинаю высаживать в мае. Если погода позволяет, иногда они без укрытия до самого конца растут. Иногда, если передают похолодание, то ставим дуги, прикрываем. Потом высаживаем в начале июня то же самое. И самая последняя высадка 10 июня. Но те, которые я высаживаю 10 июня, они обычно не успевают осенью иногда до первых заморозков высадить. Поэтому я стараюсь высадить раньше, но прикрыть чем-то. Так. Ну, вот это вот про карликов. Подскажите, пожалуйста, чем семена старых томатов обработать, хоть чтобы немного взошли, жалко терять. Ну, схожесть томатов до 10 лет, 7 лет они всходят вообще прекрасно. Если вы не надеетесь, ну как, хотите проявить осторожность и все-таки их простимулировать, вот есть очень простое средство Эпин, а вообще, я снимала же нынче видео, простимулировать можно хоть чем. И Эпин, Энерген, Эффектон, раствор... Золы, раствор любого комплексного минерального удобрения, гумат натрия, вот эти все гуматы черные. Хоть чем. Я когда Привикуром не пользовалась, я просто... Вот видите, тут еще советуют HB101. Все. Я когда Привикура не было, я вот пишу, что просто поливала эпином бороски, семена укладывала вот в эту жидкость, и пока они... Эта вода не впитывает в грунт, они вот полежат в этой воде, как бы намокнут этим эпином. Это тоже считается как бы стимуляция. Они намочатся раствором вот этим стимулирующим. Любой повышающий иммунитет, любой вот этот стимулятор роста, можно хоть чем семена замочить. Надежда Двойнова пишет, петуния взошла, стоит без изменений, не растет и не падает, что делать? Ну, тут я отвечаю, ну, только ждать. Ну, что вы можете с ней сделать? Ну, попросите ее, миленькая, хорошенькая, ну, дай знак, что ты живая, выпусти хоть один настоящий листик. Только ждать. Вот это прочитаю от Андрея комментарий, но я вот не отметила, потому что не сильно поняла. Если поливать в само корыто, из какого возраста можно? Маленькие, конечно, не дотянутся, а так, сколько необходимо им, сами и выпьют, когда подрастут. Ну, как у вас самые высокие, таких можно снизу полить. Если честно, не поняла, не про корыто, не сами выпьют, когда подрастут, ничего не поняла. О поливе это. Даже сказать ничего не могу. Вот Александра спросила, я дала ей подробный ответ, я сейчас прочитаю. Это будет, ну, и другим, может быть, интересно. Она спросила, сегодняшние посевы, если все будет хорошо, будут готовы к высадке в середине мая. У вас можно так без укрытия в открытый грунт высаживать или сначала под укрытие пойдут до июня? Вот как раз то же самое, что я отвечала вот в предыдущем видеоролике, что тут я смотрю по обстоятельствам. У нас сибирский регион, у нас не бывает всегда все гладко, так сладко. Это зависит от погоды. Вот я что пишу. Бывает год удачный и позволяет высадить рано без укрытия.
то есть в середине мая или там ближе, в третьей декаде мая, можно высадить. В эти дни уже бывает и плюс 25, и плюс 20. Можно высадить. И иногда бывает такой год, вот как бывает, что ранняя теплая весна. И заморозков нет возвратных. Это бывает очень редко, но бывает все-таки. И бывает, что они остаются так и расти. Ну а иногда приходится на ночь прикрывать, потому что бывают такие периоды, на день или два передают низкую температуру, ну не минусовую, но низкую. И нужно или нетканкой, или чем-то прикрыть. Я раньше, когда высаживала, и было мало, я просто этими обрезанными 5-литровыми баклажками околпашивала их, и этого было достаточно. Утром открывала, а на ночь опять закрывала. Но были случаи, когда погода не позволяла высадить рано, даже вот с прикрытием или как-то вот долго тянется минус. И тогда я делала перевалку в большие емкости и держала эту рассаду на доращивание в теплице. Потому что в теплице мы в середине мая уже однозначно у нас все высажено. Я в конце апреля высаживаю. И вот там вместе с этими высаженными туда томатами, в междурядьях, вот эта вот рассада в более такой просторной таре, она стояла до тех пор, пока не придет тепло на улице. Год на год не приходится. Мы, конечно, вынуждены подстраиваться под погодные условия. Но я сею вот эти вот ранние, начинаю посевы всегда с надеждой, что этот год будет с ранней весной, с теплой весной, без заморозков. Ну а если пойдет по другому сценарию, там уже буду подстраиваться или высаживать с прикрытием, или оставлять на доращивание в теплице. Но в любом случае, вот эти томаты, посеянные рано, как бы я их тут, куда бы я их ни перемещала, или сразу в открытый грунт, или на доращивание в теплицу, именно они дадут мне самый первый урожай в открытом грунте. И именно первый урожай не скороспелок, не маленьких вот этих меленьких, а нормальных крупных плодов. И, если честно, у нас почти все высаживают пораньше, чем 10 июня, чем стандартные для Сибири сроки. И почти все делают какие-то дуги, какие-то укрытия. Потому что при более поздних посевах, я уже говорила, еще раз повторю, у нас крупноплодные вот эти бифтоматы, у нас не вызревают они все. Первая, ну может вторая кисть вызреет, а последние три кисти приходится людям снимать зеленые. Но вы понимаете, что при дозаривании не все они сохраняют свой вкус, аромат и сладость. Они немножко уже не то. Вот спрашивает Наталья Черневская. В этом году будете пикировать сеянцы сразу в открытый грунт под дуги термос, как когда-то уже делали? Я буду, но только буду не массовую вот эту рассаду, которую я раньше выращивала для продажи, а по этой же технологии выращивания буду высаживать свои сразу на постоянное место жительства. Это вот самый-самый ранний. Хочу в апреле прям высадить. Также сделать термостоннель. Потом, когда будет тепло, просто открою и привяжу их дугом. Ой, к этим кольям. Так. Вот смотрите, тут про грибное лукошко. У нас даже спор некоторый образовался. Вот пишет Ольга, грибное лукошко детерминантный. Я ей ответила, что ну вы ошибаетесь. У меня индетерминантный двухметровый. Ей Марина Евсюкова ответила, это индетерминантный высотой до 2,5 метров. А тут уже начались комментарии, что люди другие подтвердили, что есть действительно какая-то низкорослая грибное лукошко 90 сантиметров. Не только Ольга, вот Светлана. Ну, значит, я потом написала, что или они разные. Низкорослого грибного лукошка, если честно, я не видела. У меня вот как индетерминантная, вот эта вот классическая, ну, которая первоначально, о котором больше люди знают, которые в теплицах выращивают грибное лукошко, именно высокая. Ну, может быть, есть еще и низкая, так же, как некоторые сорта есть с одним названием, два совершенно разных. Сеяла сухие семена, мне понравилось. Ой, вот тут, знаете, вот что мне не нравится, я прямо это высказываю свое негативное такое отношение. Опять, как только начинается огородный сезон, этого бедного Вовку Путина, томата, истрепали всего. Но он что, виноват, что он этот, тезка нашего президента? И вообще, я считаю, даже это некорректным. Вот на огородном канале, где мы о растениях, где у нас все хорошо, где у нас все так
добродушно и прекрасно вот этот негативщину на политические темы. Пожалуйста, не пишите, не надо нам. Если вам не нравится это название, не покупайте, не выращивайте, просто не надо сюда выплюскивать вот это вот. Это же Наталья Чернявская пишет. Путину дам другое название. Еще его на моем огороде не хватало. Новикова Наталья пишет. Я назвала Петин. Тоже оригинальное название. Нахрен не надо. И это, они тут начали между собой. Пишет, Дмитрий Чернов вклинился и попытался их как. Вы историю названия сорта знаете? Он намекнул, что Путин-то здесь вообще ни при чем. Наталья Новикова пишет. Да, знаю, но известное сходство мне неприятно. И тут одна вообще написала. Я даже заказывать его не стала. Много чести еще ухаживать за ним. Сорт, может, и хороший, но автор сорта промахнулся с названием. Вот мне нравится комментарий Александры, что шиза свирепствует. И я хочу объяснить, почему я вот поддерживаю именно этот комментарий. Вот смотрите, автор сорта с названием промахнулся. Во-первых, когда у него был этот друг Вовка Путин, еще президента Путина не было. И вы что хотите сказать, что если у него друг тезка президента, значит, от друга он должен отказаться, он должен вообще с ним не общаться, он должен не называть его в честь томат или сказать, я его переименую. И я хочу вам напомнить, что у нас в истории было очень-очень много людей с такими фамилиями. Вот я сегодня сидела, вспомнила, читала ваши комментарии, вспомнила. А вы помните помещицу Салтычиху? Салтыкова уничтожила, не только уничтожила, издевалась, реально издевалась, мучила молодых девушек, топила их в пруду. На ее совести столько загубленных жизней. Но это что значит, что в то время, когда пел, был известный певец Виктор Салтыков или Ирина Салтыкова, нам надо было их не слушать вообще? И вообще таких историй, фамилий однофамильцев в истории много. Не значит, что если человек какой-то вам не нравится, что значит его однофамильцы, все, они у вас исключаются и вообще, не надо. И вообще, как можно провести аналогию с человеком и томатом? Помидор и президент – это две разные вещи. О чем вы говорите? Это точно шиза свирепствует. Как можно сравнивать помидорку безобидную, хорошую, вкусную с президентом, пусть он даже вам и не нравится? И вообще, даже о президенте писать на огородном тут это канале, нравится он вам или не нравится, зачем? Это вообще лишнее. Наталья Чернявская опять спрашивает, в открытом грунте на колья крепите? Наташ, я вам дам совет. Вы посмотрите, пожалуйста, предыдущие прошлогодние видеоролики. Я просто не могу вам на все ваши вопросы ответить. Вот вам что-нибудь в голову придет, вы раз пишете про колье, про то, про другое, про третье. Все это есть на канале, все абсолютно. И просто время жалко вот на такие. У меня в каждом видеоролике видно, что прицеплено к кольям, привязано. Если бы вы 2-3 ролика посмотрели, вам не надо было бы спрашивать, мне не надо было бы отвечать. У вас про президента есть время писать комментарии на огородном канале, а посмотреть видеоролики именно на ту тему, за которую вы пришли, у вас времени не находится. Лучше смотрите видеоролики про томаты, чем писать про президента. Так. Это про монгольского карлика. Так, это девочки тут. Так, все про него. Вот еще одна дама у меня появилась. Вчера я ей ответила, она сегодня опять не утихает. Она мне вчера написала, Евгения Рос. Я тоже думаю, что она нам не подружка, она, наверное, из старшего огорода пишет. Вы бы отдохнули, вас так, вы все время проводите на Ютубе, наверное, устали. Но я ей объясняю, что видите, какое восприятие у людей разное. У меня я выложила за день 3 ролика, ролик длится 5-6 минут. То есть, чтобы его снять, мне нужно минут 20. Остальное время я занимаюсь томатами, и еще тем более я снимаю это все во время работы. Для меня это не какая-то отдельная затрата. Если бы я отдельно писала сценарий, там готовилась, мне нужны были бы какие-то декорации, все. А я вот села сеять. Вчера навела камеру на свои руки, сеяла и рассказывала. А Евгений Рос, кажется, что меня слишком много
на Ютубе, и вот сегодня я ей вчера ответила, что ну, я вообще дееспособный человек, и мне не это, я сама распоряжаюсь, надо мне отдыхать или не надо, вообще этот совет не очень корректный, отдохните, вас слишком много на Ютубе. Сегодня она опять под следующим видео пишет: опять вы забили Ютуб. Как я могу забить вам Ютуб? Вы ведь сами выбираете ролики. Зачем вы смотрите вот этот мой ролик, если вы считаете, что я забила Ютуб, что меня много, что меня вам не нужно? Но вы смотрите другие ролики, которые выпускают люди, есть раз в месяц, раз в два месяца, раз в неделю. Вы по ним, наверное, соскучитесь, и раз в месяц вы можете посмотреть, почему вы опять здесь. Я вот это не пойму. Но ей пишет Лариса Базарова, что нам надо. И Елена Шукюрова пишет: если вас это раздражает, зачем сюда заходите? Ну, прям с языка у меня сняли. Если я забила YouTube, если вы хотите, чтобы я куда-то ушла, отдохнула, куда-то исчезла, вы просто не открывайте мои видеоролики, и все. Ну, естественно, это вот такое неуважение к автору. Сначала она посмотрит видеоролик, потом говорит, что меня слишком много. Ладно, если еще один такой комментарий от Евгении Рос придет, я ее просто заблокирую, чтобы не, ну, чтобы не думать, что зачем человек пишет такие комментарии. Если он все равно заходит, если он смотрит, наверное, ему это интересно. Если это слишком много, смотрите через один ролик. Один пропускайте, второй смотрите. И насчет того, что мне надо отдохнуть, не расстраивайтесь. Как раз вот это и есть мой отдых. Я занимаюсь растениями, я отдыхаю, заряжаюсь позитивной такой энергетикой. Так что вы меня не очень расстроили своими комментариями. Мне просто интересно, как люди устроены. Смотрят и говорят, что не надо мне их снимать. Так. Ну, тут, не знаю, посеяла монгольского карлика, Лидия пишет, 14 февраля. Половина сеянцев выпустила семидольки у земли, а половина вытянулась. Пересорт это или нет? Но вы это, об этом узнаете только позже, сейчас нет. Вот пишут, долго всходит, тормозит. Тоже посадила монгольский карлик. Большое спасибо за видео перца. И вот еще. Вот это будет последний комментарий, он тоже спорный. Вот многие пишут, Ирина Лебедева в очередной раз написала: зачем так сложно? Можно сразу посадить в стаканчик, насыпав четверть стакана земли, и по мере роста подсыпать землю, наращивать корни рассады толще пальца, к посадке уже цветет, полив раз в неделю. Ну, знаете, у меня тоже рассада толще пальца, и тоже к посадке уже цветет. И если вам кажется это сложно, то мне, в свою очередь, кажется, сложно подсыпать, вот насыпать четверть стакана, а потом всю весну бегать и по мере роста подсыпать. Вы не задумываетесь, что можно подсыпать в 20 стаканчиков, в 40, в 100, но невозможно подсыпать, например, в 500, 700, 800 стаканчиков. Если я выращиваю много рассады, вы представьте, это я буду всю жизнь свою весной только бегать и подсыпать вот в эти стаканчики земли. Это во-первых. А во-вторых, я уже говорила, если подсыпать, стакан же нужно большой сразу, если вы хотите весь период выращивать в стакане, значит, он будет полкилограммовый, значит, при посеве ему, вот этим стаканом, нужна будет очень большая площадь. Вот, например, у меня даже стеллажей не хватит. И вот вы спрашиваете, зачем так сложно? Это вам кажется сложно. Это очень простой метод выращивания, которым пользуются многие, особенно кто занимается вот профессионально, они обязательно делают пикировку, они обязательно делают перевалку, почти всегда, редко вот методом подсыпания. И вот видите как, ей кажется сложно распикировать один раз, потом сделать перевалку, а мне кажется сложно насыпать четверть стакана, а потом два месяца бегать вот вокруг стеллажей и делать подсыпку с этой земли. Как, ну, подсыпать землю на протяжении всего периода, это очень сложно. Я там согласна один раз в сезон подсыпать. Я вот сейчас распикировала, я сейчас перевалила в большие стаканы. Она, земля, немножко не доходит до верха стакана. И когда растение сейчас начнет расти, я немножко раз и еще раз в большие стаканы подсыплю. Но не несколько же раз за сезон. Это очень сложно, например, не знаю. И вообще пикировкой томатов люди при выращивании занимаются испокон веков. Это очень старый проверенный способ, опробованный. И все-таки большая часть огородников пикируют и при такой
Ну, при вынужденных таких обстоятельствах еще можно один раз перевалить. Подсыпкой занимаются все-таки меньше людей, потому что это более сложный. Это не только мое мнение, а вообще хлопотно. Все, до свидания. На этом я заканчиваю, потому что у нас наше время истекло. Сейчас пойду, сегодня тоже посевной день. Сейчас пойду сеять оставшихся иностранцев. Нынче очень много иностранцев навысаживала. В результате у меня уже получилось, в прошлом году было 297 сортов, нынче уже 370. Буду хотя бы по 2 томатика каждого сорта, чтобы посмотреть хоть, чтобы разглядеть, какие у него характеристики, заглянуть ему в лицо, какой он будет на разрезе, на вкус, и знать, какие из иностранцев оставить и увеличить поголовье, а какие, может быть, отказаться от них. Хочу в этом году посмотреть. Ну, там не только иностранцы, там и другие всякие новые сорта. Просто коллекционные, наши есть, российские. Хочется посмотреть и собрать такую коллекцию, которая действительно была бы, отвечала всем нашим требованиям, чтобы они были и сладкие, и мясистые, и красивые. Хочется все-все-все попробовать. Все, до свидания.